Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу новую рубрику «Импровизация в Майнкрафте». Да-да-да, ребята, всем привет, спасибо. Не стоит, аплодисменты. Спасибо. В общем, ты что-то хотел сказать? Да, я что-то хотел сказать, да, ребята, спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши аплодисменты под нашими сериями другими, импровизацией, которой была только одна. Может, так это сказать. Вот, ребята, если вы хотите продолжение данной рубрики, то обязательно прямо сейчас влепите лайк на этот видос, на обои нашего видоса, и сразу выйдет следующая серия, если мы наберем по 15 тысяч лайков. Да, я еще хотел сказать кое-что. Правила, если вы не знаете, то смотрите предыдущую серию, потому что мы объяснять их не будем. Да, ссылочка есть в описании, да. Давай теперь вначале мы к тебе пойдем. А шо ко мне? Давай, все. Жек, это как-то слишком неожиданно, понимаешь? Давай, Эдисон, ну, хорошо, это хорошо. Импровизация. Ну хорошо, Жек, давай, заходи внутрь, закрывайся. Да. В общем, Жека, сегодня у тебя будет такая сценка. А твой батя вернулся с работы, точнее, наведался к тебе в гости и застукал тебя с твоим бойфрендом. Ну, то есть вы вот это, то самое, понимаете? Вы, короче, парочка влюбленная, можно вот так сказать. То есть я не должен, да, оправдываться? Это уже как факт, да? Это факт, да. Ну, то есть ты должен признать, то, что ты голубенький, Жека, понимаешь? Прикольно! Эдисон меня, ребята, просто... В общем, тихо! Сын, открывай! Привет! У меня тут для тебя хорошая новость! Я тебе невестку нашел, знакомься, это... Вот, смотри на нее, красавица. Бать, я конечно, невеста, то у тебя, конечно, красивая. Так, подожди снаружи. Так. Сын! Бать, что такое? Объясни ситуацию, не могу понять, что за голый мужик? Ты что, пида, вот этот самый? Этот самый, да. Бать, понимаешь, мы сейчас живем в свободном... государстве, вот, у каждого, понимаешь, свои, как бы, ну, предпочтения, ага. Вот. И сейчас любой может быть вот этим самым звездорасом, да? Понимаешь, это не звездораса, это просто люди нетрадиционной ориентации. Мама меня понимает, папа, пойми ты меня тоже, но я не могу стоять перед этим звездорасом. Сейчас, я в башке все переварю, подожди. Сынок, ты чё, педик, да? Бать, ну я, конечно, не тот, которого ты меня назвал, я просто нетрадиционной ориентации. Звездорас! По-нормальному, да? Ну, бать, ты понимаешь? Ну, ты по-нормальному... Кого я вырастила? Так, подожди, это не сон, это я... Это... Мой сын... Подожди, я не понимаю... Мой сын кукарасит другого мужика, да? Ну, мы меняемся, конечно, иногда, но... А, то есть он... Я понимаю, если б ты его кукарасил, но то, что он... стыдно тебя смотреть. Бать, понимаешь? Я просто представляю, сколько в тебе много всего побывало. Мне как-то стыдно за тебя. Я однолюб. Это, знакомься, это Степан. Кто? Подожди, хорошо. Я могу это признать. Кто из вас женщина в ваших отношениях? Кто из вас играет роль бабы? У нас равноправие. Мы оба одинаковые, понимаешь? Разделены обязанности, понимаешь? Мы как бы, так сказать, феминисты, можно так сказать, вот. Педики по-нормальному. Да, понимаешь, бать, я тебе давно хотел сказать об этом, но все люди разные, но у меня болезнь с детства, я не могу... В смысле разные, да. Я понимаю, есть люди разные, да, есть разные люди, ну какие разные, ну, есть человек-мужчина, есть человек-женщина. Это гомосятина? Это не разные? Подожди, бать, смотри, смоделируем ситуацию. Вот перед тобой красивая девушка. Ты, естественно, такой, ну, это красивая девушка, я сейчас ей там туда-сюда, а у меня я такого нету. Я смотрю на девушку, и мне, фу, плюнуть у меня хочется. А вот на мальчиков смотрю, и мне нравится. А внуки? У меня внуков даже не будет. Бать, не переживай, мы, это, усыновим. Кто же вам ребенка там даст, а? Из детдома никто вам гомосекам не отдаст ребенка. Есть много способов, понимаешь? Можно вот так вот в стекляночку, в баночку, а потом там, ну вот будет, вот, будем воспитывать. Так, я что-то вообще не могу понять, что... Так, а что...
Ой, батя, это еще сын. Мой друг. Это, понимаешь, батя? Я понимаю, вот, вот тот другой, но тут уже вообще получается себя во все щели имели, да? Во все щели. Бать, ты не все не так понял, понимаешь? Как не ты так? Он, этот вообще без трусов лежит. Хорошо тот, что более-менее бать, приличный. Бать, понимаешь, я как бы люблю Стефана, а Стефан любит Митрофана. Боже ты мой! Чё, в смысле? Так у вас что, свободные отношения, да? Ну, почти, понимаешь, как бы Стефан любил Митрофана до меня, а я потом только полюбил Стефана. Ну, я-то однолюб, а Стефан многолюб, и у нас так, говорю, у нас равноправие. Он Митрофана, о, я да, Стефана. Митрофан тебя. Туда, да. Вот. Сын, я не знаю, честно, вот сейчас все, что я могу сделать, сын, это вот достать свой ремень. Батя, и выбить вот, вот эту всю дурь, которая у тебя в заднице, вот эта педиковатая. Это они меня на это сподвигли, понимаешь? Я не виноват. Я понимаю то, что они, но ты оказался таким. Ладно, бей, батя, пошел, все, пока. Пока, блин. Все, да, давай, сын, вырастил придурка, иди сюда, иди сюда. Ремнем тебя сейчас. Батя, что ты не так понял? Ты меня не убежишь, что твой батя вообще супермен летать умеет. Так что от меня. Батя буянит, смотри, уже полсцены разнес, так что не убегай от бати. Буяка, буяка. Вот вырастил придурка себе на голову. Ну давай, давай, придурок, покажу, что у тебя есть для меня, давай. Иди сюда. Так, ребята, я хочу заранее сказать, что это все просто импровизация. Я даже не знал, кого мне нужно будет играть, понимаете? Это все он подстроил. Вы понимаете, кто у кого что болит, то зато мы говорим. Вот поэтому... Ну, хорошо, хорошо. Я тебе заранее скажу, сегодня ты у нас отправишься в прошлое. Ты станешь снова школьником. Ага, я вот во всех моих импровизациях ты будешь школьником. Это такая ситуация, понимаешь? Mm-hmm. Ты, ну, не захотел идти в школу. Mm-hmm. И позвонил своей училке и сказал, что у меня болит голова, я болею, а сам пошел в компьютерный клуб. Uh-huh. А в компьютерном клубе по случайным обстоятельствам ты встретил свою училку, которая звонил. Вот, оправдывайся, что ты будешь делать, давай в этой ситуации. Эдуард! Это Мария Андреевна, это вы? Эдуард Перец! Да. Вы же болеете! Да, я болею, да! Но... вы же сказали мне, что вы в больницу сегодня А что вы делаете в компьютерном клубе? Да вот и World of Warcraft пришел поиграть, Мария Андреевна. А что такое? Так вы же болеете, вы к школу сегодня не пришли. А в компьютерный клуб пошли, вам уже, если вы болеете, вы же не можете никуда ходить, вы мне сами сказали. В жопу вашу школу, киберспортсменом буду, отстаньте! Ах ты ж, говнюк, я твоим маме И чё, маме? Мама знает то, что я киберспортсмен. Сын у неё вообще умником будет. Зачем ваша школа? 2+2 = 6, я и так знаю, отстаньте от меня. Вот всё. Дворником вырастешь, дворником пойдешь работать, или Майнкрафт будешь еще, вот хуже того, Майнкрафт будешь снимать, понимаешь? Да, ты вообще... Или в следующем году на Интернешнале по Доте 2 буду, да? И вы будете смотреть, а вот это вот тот самый Эдуард, а который был... А твои интеркены вожены, я вообще такого не знаю, ты мне тут своими терминами не бросайся, я сейчас тебе тут задам, чтобы ты... похилить. А двойку мне, да, по Доте 2 поставите, да, двойку? Я так сделаю, что ты вообще из школы вылетишь, без среднего образования останешься, ты понял вообще? Ну какое среднее? Я в доту, в кэску буду играть, там турниры, мне вообще образование ваше не нужно, вот стрелять умею, умею, все, отстаньте. Чё, вот так сюда? Вот, то есть, хорошо, вы встаете на отчисление из школы, все, мы вас отчислят. Да будущее, будущее в компьютерах, а не в вашей школе, все знают. В классе, уже ты думаешь, что ты можешь все достичь. Ты ничего не сможешь, дворник из тебя только получится, да, понял? Да, да, вот буду чемпионом по Доте 2, вот тогда будете говорить, то что был у нас такой Эдуард в 6 классе, я не верила в него, вот сейчас он чемпион мира, вот будете такое говорить, будьте, а все, вот ну, станьте меня. Ну посмотрим, а пока я позвоню вашей маме, чтобы она вас как следует отсюда забрала вам. А что вы тут делаете, у меня такой вопрос? У меня просто тут сын работает, я зашла его наведать.
А вообще какая разница, что я тут делаю? Ты сегодня уроки прогулял, ты мне сказал, что никуда не пойдешь. Ты мне сказал, что ты... Ну тогда вы меня не отпустили бы, если я вам правду сказал, то что я в компьютерный клуб иду, доту вторую тренить. Так что отстаньте! Естественно, рабочий день я должен прийти на контроль. Ты по контрольной, кстати, двойку получаешь, потому что меня не было. В общем, все, я звоню твоей маме. Вот вы вообще рейч-квитте отсюда. Давайте, давайте, зафигили тут мне всю весь компьютерный стол. Ну ты, конечно, вообще. Оправдался, так оправдался. Ну ладно, хорошо. Вы, ребята, давайте в комментариях писать, кто из нас, ну не то, что лучше оправдался, а кто как... Кто смог, кто нет, да. В общем, Жека, тут такая ситуация у нас печальная. Вся жизнь наискосок пошла у тебя. В смысле? Опять? То я геем сейчас... Кем я там еще стану? Мы уж лесбиянкой сразу, я не знаю. Да, хуже же, хуже. Твой батя вернулся с работы и застукал тебя, как ты наркоманишь. Наркоманом еще меня выставляет. Давай, забегай. Ой, наркоман вообще, просто наркоман. Давай. Самолетики, ну ты не... Понятно, хорошо. Какие самолетики, все. Сын, ты там долго, батя, посрать надо! Открывай! Отпустит, когда отпустит. Сын! Да сейчас дверь выбью. А ну ты чё тут закрылся, не могу понять, а? Сын! Летают, все летают. Кто летает? Сын! Тихо! Чё сейчас это ровно? В глаза смотри! Батя, все точно хорошо, да? Сядь на место, сейчас ремень достану! Батя, только теперь, батя! Чё у тебя со зрачками? Чё у тебя такие гигантские? Сын! Батя, извини, просто меня... Демоны! Везде демоны! Этот странный одноклассник, он мне дал какую-то штуку! Пилюли какие-то... Хрипочки мне засунул в суп! Сын, а ну сядь на жопу свою! Сядь на жопу! Батя, я не могу, батя, ты точно хорошо, батя, ты настоящий, батя, ты точно настоящий, батя! Сын, ты чё, наркоманишь тут? Ты понимаешь, одноклассник мне подсунул! В смысле подсунул? Ты наркоман! Сын наркоман у меня, да? Нет, я одноклассник говорю, мы с ним пошли гулять, понимаешь? А он мне подсунул свои грибы, вот валяются, вот они! Эй, говорит, что у тебя там в башке вообще происходит? Ты блеванул! Сын, ты блеванул! Картофаном! Батя, тут вообще что-то странное происходит, я тебе говорю. Что-то очень странное происходит. А сколько он тебе подсунул, сын? Это много. 6 штучек подсунул. Что не могу. А чё, сын, а чё в твоем туалете полные шкафчики каких-то марок непонятных и грибы? Ну, какие-то желтые стены, я не могу, демоны вылезают из-под стула. Я тебе сейчас пощечину дам, сядь на место, придурок. Объясни, ты чё, наркоман, сын? Объясни нормально, ты наркоман? Батя, тебя... а почему тут два бати? Я тебя сейчас в этот наркодиспансер отправлю. Понимаешь? Да сядь на место уже, сядь на место, придурок! Одноклассник, гад! Взял, подсунул, закинул! Куда подсунул? Подсунул, он мне дал, сказал, вкусные конфетки. Вот я и набрал кучу. Собрал все, сложил, пришел, скушал, все началось. И стал наркоман. Ты давно наркоманишь, сын? Батя, тут что-то вообще непонятное происходит. А ты вообще знаешь, что твой батя полицейский? То, что я понимаю, ты мой сын, но я тебя сейчас засажу. И за хранение, вот смотри. Батя, у тебя куртка мигает. Ты вообще... Батя, ты что, полицейский? У тебя уи-уи-уи-уи делает куртка. Да, делаю. Все, я надеюсь, тебя уже сейчас отпускает, ты осознаешь всю проблему, все, что ты наделал, да? То, что твой батя мент, понимаешь? И не важно то, что ты мой сын, придурок. Батя, понимаешь? Это все одноклассники, они сказали, что это вкусно, вкусные конфетки, типа съешь, и все круто будет. Дорожки какие-то, пилюли, это что такое, какие конфетки? У тебя тут вообще хранение, я даже не могу представить, сколько ты тут спрятал. Батя, ты понимаешь, это все мои одноклассники, они мне подсунули. Тебе знаешь, что будут подсовывать? Когда я вот сейчас тебя в тюрягу засажу собственного сына, знаешь, что тебе там будут подсовывать? Батя, ну ты понимаешь, я тебе серьезно... Мыло говорю. Будешь ронять в душе, и знаешь, что тебе туда будут подсовывать? Да, батя, засовывать да, тебе будут. Да, батя! Вот мыло, батя. Вот видишь мыло, вот видишь вот это, вот так придешь в душ в тюряге, и вот так уронишь мыло, и вот тогда все, наркота тебе больше не нужна будет. Батя, ты понимаешь, ты да будешь... что не я...
Да я какая разница, знал. Какая разница? Ты мой сын, но я мне сын наркоман не нужен, я тебе проще в тюрягу засажу там где-то на 10-15 лет. Вот выйдешь, вот тогда мозги себе промоешь. Бай, ты понимаешь, что я тут не виноват вообще. Это все мои одноклассники, они меня... Они тебя подставили, да, ну как бы да. Я тебя застукал с наркотой, а не их. Ну, блядь, ну, а где, где они, а где они, а где они вообще? Чё они в школе, в школе. А почему они не с тобой наркоманят, сын? А потому что они сказали, что лучше одному. Ага, ну да, лучше одному в тюрягу. Давай, потопали. Давай, лучше сам нет, со мной. Ну, давай. Блядь, твой сын, нет, ты должен, блядь, ну один раз, ну ты бы. Да, один раз в тюрягу сядешь, все будет нормально. Пошли, давай, собирай майнатки свои. Давай. Не заставляй силу применять. Давай, пошли на нормально. Ты мне кажется не любишь, ты какой-то странный. Да, ты. Это я странный. Я тебя год назад. Я тебя год назад застукал со Стефаном и каким-то Митрофаном, понимаешь? Блядь, ну мне 12 лет, друг друга педиковали. Блять, мне 12 лет, меня просто... Ну вот, в 12 лет уже все в жизни попробуешь и да, и проэкспериментируешь. Пошли в тюрягу, давай, пошли. Блять, я не совершеннолетний, мне нельзя. Можно, я договорюсь, твой батмед... Блять, я еще мал. А дедушка, а твой дедушка вообще... Да, ну твой дедушка как бы начальник тюрьмы. Он все устраивает. Блять, ты ничего не докажешь, ты ничего не докажешь. Я не докажу, а твой дедушка докажет, он в суде работает. Так а вот пошли. Ты ничего не докажешь. Я не докажу, давай, пошли, пошли в тюрягу. Да, пошли, никуда тюрягу. Не пойду. Тюрягу, придурка, кусок мелкий, пошли, нет. Пошли. А как ты, давай, хуй тюрягу, как ты докажешь, ничего ты не докажешь, ты понял, все. Я не докажу, зато твой дед докажет. Да дед твой докажет. Ты там, иди сюда, попрощайся, иди сюда, педик. Да, я сам прощаюсь. Попрощайся со своими Стефанами, Митрофанами, больше ты их в течение 15 лет не увидишь, пошли, давай. Пошли, вырастил дебила, наркомана, гомосек. Пошли, давай. Ты собирай манатки, давай. Вот даже вот, дорожки с собой в кармане носит. Мне как раз таки они нужны с собой. Блевотню зачем с собой взял? Ой, блядь, кажется, ты хранишь наркотики. Ой, в руке наркотики. Все. Короче, Эдисон. Да. Эдисон. Наша последняя серия. Ты завтра только в тюряге уже будет. Да. Все, выходи из роли, Эдисон. В общем, я тебе говорю, что ты сегодня будешь школьником. Мне кажется, такая ситуация случалась у каждого, даже не у курящего человека, как ты уже понял, тебя сегодня батя застукает сигаретой. Ты вышел покурить из подъезда, и батя тебя застукал прямо с сигаретой во рту. Вот, ты должен как-то оправдаться. Я даже в детстве не мог никак оправдаться. Как я сейчас должен оправдаться? Жека, я не знаю. Ну, ладно, пойдем, Эдисон, пойдем. Жека, я не хочу такой вот импровизацию такую, не хочу. Давай. Эдисон, представь, вот тебя же спалили, да, сигарет? Ну давай, отмазывайся, вспоминай прошлое. А я не знаю, я даже в прошлом никак не отмазывался, Жек отстанет, я не знаю, что говорить. Так, сынок! Это что такое во рту, а ну покажи! Батя, я слеп, батя! Мне в глаз сигареты потушили, бать, ты где, бать? Давай. Батя! А ну, сын, успокойся быстро! Да какие вы сын, твоя слеп, батя, ты с ума сошел? У меня сын курит, ты тебе... У тебя сын слепой! Сигаретой стоишь! Бать, так я понимаю, да забей ты на эту сигарету, ты вообще понимаешь, что же сын ослеп твой, бать, да я перепрели! Чё я наделал? Ложись! Ты подожди, дай посмотрю глаз! Бать, прости, я тебя не слушал, зачем я курил, слушай! Это всё сигареты наделали, да я от сигарет ослеп, бать, это всё сигареты! Батя! Бать, ответь мне, ты тут! Батя! Пап, ты где? Пап! Я ничего не вижу. Дебил, сигарет заслеп. Ладно, ребята, мы будем заканчивать серию, этот дебил. И вообще, просто придумать, что такое отслеп, где ты оглох, где сигарет. Ой, ребята! Бать, ты простишь этим, ребята! Я отвечу за подписчиков, Эдисон просто великолепно оправдался, у меня слов даже нет. Ребят, никогда не курите и слушайте своих родителей, а то ослепите, как я, и потом будете жалеть, что не слушали батю в детстве. Это что, хорошо, что батя меня ремнем не наказал, то что я просто ослеп. Просто ослеп. Ребята, 15 тысяч лайков на наших видосах на обоих. Будет новая серия импровизации. Да.
Мы очень сильно надеемся, что вам понравилась эта рубрика. Тут все. Мы сами не знаем, что будет происходить в течение всей серии. Получается, как получается. Ребята, если вы хотите больше импровизации, ставьте лайки, 15 тысяч лайков на моем и на Жекином видосе, и сразу выйдет следующая серия. Давай. И да, спасибо, пустой зал, спасибо, спасибо. Ура! Не стоит, аплодисменты. Мы знаем, мы гениальные актеры. До свидания. Пошли, писюны. Жек. Пойдем. Закрывай дверь.